Приветище! И добро пожаловать в Средневековье и в мою таверну. Таверну грязного пупка и вонючих людей. В общем, посмотрела здесь, что добавили разработчики. Оказывается, у нас новые логотипчики появились, забавненькие. И я подумал сменить лого на что-нибудь другое. Например, вонючего тролля. Нежели кабана, потому что пристреленный тут уже не пойдет для нашего бизнеса, поэтому у нас будет, скорее всего, вонючий тролль. Где он тут? Или сапог. Сапога нету пупка, поэтому он не прокатит. Вот, тролль, то, что надо. По-моему, это даже женщина-тролль. Короче, женского пола. Мы сейчас идем спать, потому что 4 утра, даже уже почти 5. Это самое время, чтобы поспать. Где моя кровать? Потом мы пойдем покупать суповой набор для того, чтобы варить щи. Местные щи. Прокукарелил петух. Двери закрываю. А, не надо ничего закрывать, мы же идем в магазин. Доставочка, ресурсики, и вот наши овощи. Сколько мы купим? На 140 златых. Ну, вот так вот нам везите, пожалуйста, доставочку. Все, я тихо, счастлив. Наша фейка. Молодчик. Моет нам посудку. Заодно сейчас ей принесем еще ведро воды, чтобы она не останавливалась. Да давай же, крутись уже. А то что-то не в ту сторону кручу. Вот и все. На тебе водички. Надеюсь, на день хватит. Мешочек так и стоит. С пыльцой. Это пыльца для фей. Они ее жрут. Как моль, знаешь, вот ест всякие шубы, так и порошок любят феи. Да, мы забыли, кстати, открыть таверну. Суп. Теперь вы можете готовить суп. Для приготовления супа вам нужна вода, дрова и овощи. Это все мы уже сделали. Дрова мы сейчас подкинем. Вот так вот нарезаются овощи для супа. Разберемся. И потом варится вот эта блюантина. Ну, местные щи, как говорится. Возьми ковш и махай. А, в смысле перемешивай, а не махай. Сейчас разолью пивандрос. Мне, кстати, написали, что эль это то же самое, что и пиво. Нифига не то же самое, ребята, нифига. Самое главное отличие – это процесс приготовления. Оно кардинально отличается. А второе отличие – это в том, что в эле нет хмеля, когда в пиве оно используется. В общем, как-то так. Забираем, выставляем все красивенько. И, в принципе, мы готовы открываться. Время уже 9 утра. А, местов нету, ну ладно. Я пойду открываться. И заодно будем варить сейчас супы. Поворачиваю уже. Мы открыты. Добро пожаловать в грязный пупок тролля. Сейчас я еще попробую заморганить супец. По дровам что у нас? Дрова горят, но лучше еще взять. Лучше еще взять. У меня тут стопка приготовлена. В прошлый раз ее нарубил. На. Давай овощи. Посмотрим, как овощи теперь сюда запихать бы нам. По дровам. А, раздуть? А, подкинуть. Окей, мы подкинули, в принципе. Теперь нарезаем, да? Или не надо нарезать? Просто кидаем сюда. Бульк. Бульк. В принципе, все. И теперь перемешиваем. Там у меня посетители пришли уже. Крутим, вертим. Давай же. До зелененькой штучки доползти надо. И все, наверное. Ай, в обратную сторону, наверное. Стой. Давай в обратную. Стой. О, красная зона. Нет. Очень плохо, блин. Перекрутил я, походу. Ну что, будем блюотню, походу, есть. Пора обслуживать клиентов. Ладно, посмотрю, что там, кому там надо. Пивандросик у меня уже имеется на подносике. Держите. Те колбасни. Колбасу еще надо развесить. Забыл про это. На тебе колбасы. Я ее сейчас развешу. Еще суп надо разлить по тарелочкам. А то плохо будет. Как мне это теперь сделать? А, вот, настоечку просто берем и все. Ладно. А сюда можно выставить? Только пиво можно выставить. Пиво забираем. Блин, хотел тарелку супа выставить, но не выходит. О, как раз кто-то хочет супец.
Заберем и дадим. Ребят, вонючий суп, адский вонючий. Ну, понятно, что барышне не понравится, но мы ей скажем приятные слова, чтобы она не сильно огорчилась. Вонючий суп. Кто бы мог подумать, что... Ну, как бы правильно, забегаловка тролля. Тролли любят все вонючее. Гномы... Не гномы, а это... Орки, тролли. Все в один колодец. Мужик, ты срать пошел? Давай только там поаккуратнее, а то чистить потом придется мне. Не очень хочется это дело делать. Фейка, ты где? А, фейка хавает. Сейчас заглянем к ней в дом. Корм. Ну, по корму у нее вроде пока все ок, но мы поставим еще один. Благо у нас в загашнике был. И скидываем. Посуда где там у меня? Посуда. Две кружки скидываем. Бабуля пришла. Бабуля! Бабуль! А ну, брысь отсюда! Тащи дряхлый зад отсюда. Я знаю, что ты хочешь у меня взять монеток. Пару сотен тысяч. Че, ребятурки, вам... У меня только квашеная капуста в тарелочке. Надо высвободить. Опа, сервировочка. Сервируй 100 предметов на стол. Ай да я молодец какой, да? Блин, и все равно, видишь, берется колбаса. Берется не то, что мне нужно. Почему я не могу взять то, что мне вот нужно? Мне нужна была кружка Эля. Ребята, че вам... Тут кто-то обрыгал стол. Сейчас быстренько протрем. Что там у нас по деньгам? Соточка. Сейчас что-нибудь пойду прикуплю, наверное. Короче, этот суп портит всю мою репутацию. Я предлагаю просто его выливать. Там уже, кстати, воняет что-то как-то адски. Весь суп выкинуть. Потому что я не хочу травить своих посетителей. Кстати, насчет посетителей, что у нас? Колбасу кому-то надо. Держи колбасу. И там еще супец просят, да? Заодно сейчас уберусь. Красоту наведу. И идем варить новый суп. Срочно, быстро. Готово. Я иду, иду, иду. Я бегу, бегу, бегу. Воды надо набрать. Ушел за водой. Овощей мне... А вот, кстати, насчет овощей. Мне их заказать надо заново? Или я же всех потратил? Черт, подери. Так... По дровам вроде все ок. Да, овощи придется заказать. Что ж, сейчас закажем. Доставка овощей. С десяток нам, пожалуйста. Доставьте. Срочно. Прям надо очень, очень надо. Еще колбаски кому-то надо? Да ради бога. Я только за колбасу. Чувак, супец, походу, ты не дождешься. А, там девочка хотела супец. Пиво на подходе. Скорее всего, надо будет сейчас тоже дозаказать. Грязную посудку выкидываем. Как же без тебя было бы сложно, феечка. О, коняк приехал. Овощи привез. Не знаю, мужик дождется своего супового набора или нет. Сейчас мы это выясним. Оп. Суп варим. Давай. Кручу, верчу. Вот так вот. Сильно раскрутил. Остановлюсь на чуть-чуть. Еще остановлюсь. Ну-н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 у. Стой, вот тут на зеленый. А, пошел-то ушло. Но это хороший суп получился у меня. Хороший, ничего. Ничего, берем, значит, супец. Он, по крайней мере, не воняет. Мужик дождался. А, нет, женщина дождалась. Держите. Кто-то еще пиво хочет? Третий бокал я тебе не налью. Точнее, Эля. На. Держи, потому что знаю, что если вы выпиваете три кружки эля, тут начинается конкретный разнос. Держи суп. За колбасу сейчас схожу. В прошлый раз я уже такую барышню одну выкидывал со своего заведения, так что давай поаккуратнее, окей? Там троечка стоит. Господа явно хотят у нас посидеть, но местов нет. Может, конечно, сейчас вот этот столик освободится. О, ушли. Быстренько убираем его. Какие молодцы, чисто посидели. А те заходят. Третью! Мадам, уходите, а. Я прошу вас уйти. Уходи отсюда, я сказал. А денег-то... О, денег оставил. Это хорошо. Но я для нее плохой... этот... Таверщик. Бармен. Потому что я ее прогнал, но зато я сохранил ее здоровье. И она не упилась до чертиков, и мне не пришлось ее выкидывать со своего
ресторана. Значит, пиво берем. Колбасу там кто-то еще хотел, да? Последняя вот у меня висящая тут. Держите. Денег у меня 280. Ух. Колбасу сейчас еще развесим. И пойду, наверное, апгрейживать свою таверну. Держите две колбасны. 19:16. Уже глубокий вечер, поэтому таверна у нас закрывается. К тому же пиво закончилось. Последние посетители пускай радуются. А я сейчас быстренько подметаю и иду что-нибудь докупать. Приятненького себе в таверну. Туалет как там у нас? Туалет забился. Ладно, не вопрос. Зажимаем нос и чистим. Неприятная ситуация, конечно, но кто, как не я, будет это делать? Самое интересное, что у нас какой-то магический веничек, который высасывает все дерьмецо с этого туалета, с этой выгребной ямы. Все, все посетители красавчики, никто не наблевал, никто не намусорил. О, а что это мешочек здесь валяется? Видимо, кактус мешает, и поэтому здесь мешочки на полу. Ведерко, точно, с водой. Столько дел. 395. Я заработал за сегодня, очень неплохо. Можно еще один столик открыть. На тебе водички. Нет, я сам мыть-то не собираюсь. Я просто хотел посуду выкинуть грязную. Так. Давай смотреть, что мы можем прикупить. Что мы можем прикупить? Еще как минимум одну фею. Склад нам не нужен, крюки. Ну вот, кстати, крюки, может быть, я бы прикупил, чтобы их побольше было бы. Хотя пока не надо, пока не надо. Не будем на это тратиться. Котел мне тоже не нужен. Мойку улучшить. А зачем? У меня и так мойка хорошая, справляется. Гриль. Улучшение рабочего места, больше посуды. Бар. Улучшение рабочего места, больше посуды, сиденье за стойкой. Новый поднос. Вот это я хочу. Но у меня, кстати, денег на это хватает. Но я не могу это купить, потому что это закрыто. Надо открывать вот эти части. Ладно, давай мы улучшим котел. В принципе, какой был, такой и остался. Но там, правда, травушки какие-то появились. И они шевелятся там в корзиночке. Странно это все. Дальше, что мы можем улучшить? Блин, это выходит, что... Как-то странно. Почему мне не позволяет открыть таверну 5 уровня? Это дискриминация. Давай крюк тогда купим. Крюк. Крюк. Еще крюки можно улучшить. В общем, денег, в принципе, тратить сейчас здесь некуда. Давай тогда украшения можем прибамбасить какие-нибудь, да? Вот, вешалку возьмем. Зеркало не будем. На-на-на-на-на-на-на. Книжки давай тоже возьмем. Потом. Что еще? Мебель. У нас есть такие столы. Еще бы такой столик я заказал. 145 у нас монет. И, конечно же, ресурсы. Нам для феи нужно 2 мешочка. Дальше суповой набор. Давай так вот. Десяточек. Как обычно. 245 монет у меня осталось. То есть надо сделать вот так. Да, вот так, все. Доставочка. А что оно шевелится-то здесь, интересно? Хлеб появился, это огромная булка. Ну, прикольно, что. Купите новый уровень таверны. Блин, да я бы с радостью, у меня, в принципе... А, ну она стоит 400. Улучшалка 400 для таверны. Я думаю, что следующим днем мы позволим себе это сделать. Нам все привезли. Быстренько разливаем. Заодно, кстати, проверим свои крюки. Ну да, действительно, крюков стало больше. Гораздо больше. И еще я забыл совсем про мебель. Куда я могу установить книжный столик? Давай, наверное, вот сюда его поставлю. Сейчас я разверну его. Вот таким вот образом. И здесь стеночки вам вписываются как надо.
О, отлично. Дальше. Что еще я там покупал? На стену. Это сюда надо. При входе сразу будут вешать свою одежду сюда. Столик вот этот хотел еще перенести. Он тут мне не очень нравится. Вот так вот. Поставим его. Здесь все огонь. Можно, конечно, немножечко развернуть. Вот таким вот образом. И у нас освободится место здесь. Можно еще два... Ух ты, деньги валяются внизу, ничего себе. Вот сюда впихивается еще один стол со стульями. И вот у нас сколько места тут получается, чтобы еще расставить вот таких вот столиков. Нифига себе. Два мешка с деньгами валялось. Так, вот это вот. Вот это вот. Я куда-нибудь, наверное. Куда бы это поставить так красиво? Ну давай здесь вот. Пускай стоит. Ну что, вроде бы все. Пойдем спать и будем открываться. Посмотрим, как следующий день у нас пройдет и сколько мы денег заработаем. Мы открыты в 6 утра, а гром гремит, хотя уже другой день. Даже никого нету там в 6 утра. Ладно, пойду посмотрю, что я тут еще могу сделать. Там конь нигде не насрал у нас на поляне, вроде нет. Достаем супец отсюда весь. Выставляем сюда. Отлично, можно суповой набор заказывать. Что вы там хотите, джентльмен? Сейчас я вывешу сперва это все дело. Держите вашу колбасу. А, это мадам. Простите за джентльмена. Как-то тут даже свободно стало. Непривычно. Эй, о! Куда вы все на работу идете? Заходите ко мне. О! Один откликнулся. Супец, да, вам? И срочно. Нет проблем. Сейчас принесу. Держите. Пожелаем этому добряку хорошего дня и то, что мы рады его видеть, скажем. Суп у нас, кстати, стоит 20-ку. Дорогое удовольствие, ну. Оно того стоит. У нас ребятки сели за стол наверху. Кушайте. Суповой набор надо заказать. Народ-то сколько поперло. Народу, гляди. И главное, никто шмотки свои сюда не вешает. Что удивительно. Да, пожалуйста, вот вам. Суповой набор привезли. Выбираем дерьмецо. Набираем водицу, закидываем дрова и готовим супец. Надеюсь, в этот раз я перфекто его сготовлю. А иначе ко мне за супами скоро перестанут ходить. Так, дрова. Да-да-да. Обязательно дрова. У меня последняя стопка, ночью придется нарубить новые. Дровишечки, и желательно побольше. Закидываем. Так, кто-то суп хочет. Последний, месье, для вас специально хранил. Держите. Быстренько прибираемся. И бежим. Бежим варить суп. Понеслась. Давай, 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 раскручиваем. Вот на зелененькой надо остановиться. Остановись на зелененькой. Вот так вот хватит. Перфекто! Да! Четенько. У нас отличный супец теперь. Прям блестящий. Кто-нибудь хочет отведать нового красавого, не вонючего супца? Держи. Сударь, у нас в меню отличный суп, а вы все колбасы. Сели бы горяченького что-нибудь. Ничего себе, ребята, два супа, одна колбаса. Кто-то из вас явно нищий, поскольку на колбасе далеко не уедешь. А вот супец свежайший, сытный. Пожалуйста. Сегодня, походу, в ночную смену ухожу. Поскольку денег в 450 я еще не заработал. Ребята уходят. Пойдем посмотрим, сколько они нам там что оставили. С чаевыми, надеюсь. Плюс 70, еще чуть-чуть. И будет 450, чтобы купить новую таверну. Но если я покупаю новую таверну, у меня не остается денег на колбасу и... Ну, кстати, суп еще есть, ладно. Короче, на колбасу у меня нет.
Да и пива осталось совсем чуть-чуть, 4 кружки. Че, еще одну? Не проблема, на. Держи. Вот там ребята идут. Походу придется сейчас это. Заказать колбасы. Колбасы и эля. 5 колбасы, 5 эля. Вот так вот. Че хотите, че желаете, че приперлись, рассказывайте. Ага, о, это я легко, это я могу. Колбаса, конечно, нету. Лучше бы супец взяли. Колбасу придется подождать, она долго готовится. Вернее, едет. А, надо пока поболтать с ними. Скоротить их ожидания. Девушка, вы хотели колбасу? Ёлки-палки. Не думал, что у вас денег нет. Мужики, угостите даму супом. Чё она на колбасе сидит? Или пиво бы ей налили? Вот, кстати, колбаса приехала. Сейчас угостим барышню колбасочкой. А, кстати, колбаса-то у меня висела. Чё это я? И извините, мадемуазель, то, что пришлось подождать, я затупил. Бывает такое. Так, 386. Вся надежда вот на этих троих ребят. Ты до сих пор тут бухаешь? Ну на, последнюю кружку и все. И проваливай отсюда. Надеюсь, мне не придется тебя выкидывать. О, ну вот. Он все-таки набухался. Ну, по крайней мере, деньги хотя бы успел достать. Придется его выкидывать. А ну, пошли сюда. В толкан его, что ли, закинуть? На, посиди тут. Все, туалет будет занят. А, я здесь не могу его выбросить. Ну, пускай возле толчка валяется. Хотя нет. Это не очень хороший пример. Давай я просто его раскручу вот так вот. Ой-ой-ой, полетел-то он как. Ну-ка, иди сюда. Воу, ничего себе, я его подкинул. Я и не знал, что с ними так можно обращаться. Ну да ладно, мне тут ребята деньжат оставили. Сейчас посмотрим, что у нас тут. 450 будет? 450 есть. А тут сколько у нас? А, кружек слишком много, не могу утащить сразу. Все это. 450 и... Ну давай, хватай уже. Ну что ты? Что ты не можешь-то? Прикинь, не могу взять почему-то. Во дела. Ну и ладно, короче, пускай. Он, получается, 3 эля просто так выпил. О, стой, подожди, вот. Значок появился, что типа можно, да, уже? Наконец-то. Наконец-то забрал. Все, 496. Пойдем улучшать таверну. Надеюсь, у меня это сейчас получится. Улучшение 5 уровня. Да! Решение на новые клиенты, новая мебель, новая декорация, уникальные гости, новые события, новые рабочие места. Ништяк. Мы теперь сможем купить фею, которая будет у меня готовить суп, либо стоять на гриле. Сосисочки грилить. Ништяк. Чё там можем себе купить? Мойка, гриль, бар. Гриль, гриль. Блин, я думал с феями как-то. А феи больше и нет. Феи-помощницы будут на 6 уровне. Вот здесь вот они есть. Вот они, эти феи. Давай посмотрим. У нас здесь груда хлама исчезла. Теперь хлама здесь вообще в принципе нету. Очень здорово. Нигде паутинки даже нету. Красиво у нас все. Грильная также появилась. Вот она. Можем здесь жарить теперь мясцо. Зажгите огонь, купите мясо. Да, кстати, насчет этого. Я пойду сейчас таверну закрою. Я ж тут все вроде протирал. Сейчас, наверное, закрою, пойду рубить дрова и будем на этом, наверное, закругляться. По задачам зажгите огонь, купите мясо. Купим. Огонь зажгем, только надо рубить дрова. А еще я хотел декор прикупить, конечно. Потому что у нас, наверное, пустая, а с декором все как-то поуютнее. Все, дровишечки накололи. Но мне кажется, маловато, учитывая, что теперь нам еще и на гриль нужны дрова. И для варения супов, для котлов. Надо побольше, наверное, нарубить. Да и все, наверное, хватит. Этого хватит нам, пускай тут лежит. Украшения. Чего нам не хватает? Ну, как минимум, я бы еще одну раздевалку купил, но у меня ограничен бюджет. Поэтому я куплю кактус, подкову. И
Если ко... Нет, с комодом нет. Что еще у нас тут есть? Вот этот цветочек я куплю. Да. По деньгам вроде ок. И можно еще ресурс один какой-нибудь заказать. Тут у нас это есть. Мясо, давай. А, нет, мясо не получится, слишком дорого. Ну тогда пиво давай. Все, доставочка. А вот и конь, мой милый конь. У нас уже утро. 6 утра, а я еще не спал. Но наконец-то, так долго ехал. Я думал, что усну стоя. Думаю, скоро склад придется расширять. Значит, подкова. Куда ее можно поставить? Подкову на входе можно куда-нибудь шлепнуть? Нет, нельзя. Подкову тогда я сделаю вот здесь. Вот тут будет у меня подкова висеть. Дальше. Физические предметы. Цветочки красивенькие вот тут у нас будут стоять. Прям напротив стола, я бы даже сказал. Еще один кактус. Еще один кактус здесь. Вот. Ну, уже все покрасивше. Какой-то уют с подковой и с двумя цветками появляется. Тут тоже книжечки, вешалка. В общем, все здорово. Я отправляюсь спать. Ну, а тебе, если понравился ролик и ты хотел бы увидеть... А, все, я уже спать не лягу. Понял. Ну, а ты, если хочешь увидеть продолжение по этой игре, узнать, как я буду развивать дальше свою таверну, и попаду ли я к королю вон туда, то ставь лайк и подписывайся, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи!